Когда мы ищем интересующую нас информацию в сети интернет, на каждый наш пользовательский запрос поисковая система выдает определенное число результатов. Например, мы запрашиваем поисковую систему Google и задаем ей следующий вопрос: заработок на фалообменниках. Результатами поисковых систем являются ссылки на сайты или отдельные страницы, расположенные в порядке убывания релевантности, то есть степени удовлетворения содержимого сайта или страницы нашему запросу. Рейтинг сайта можно определить по таким показателям, как Alexa Rank, Google Page Rank и TITS – тематический индекс цитирования. Alexa Rank – это комбинированный рейтинг, учитывающий как число посетителей сайта, так и количество просмотров страниц. Причем, чем меньше число Alexa Rank, тем лучше. Например, у сайта google.com рейтинг Alexa Rank равен 1. Отсюда можно сделать вывод, что сайт google.com самый посещаемый в мире. Значения меньше 100 тысяч означают, что сайт имеет хорошую посещаемость. Значения от 3 миллионов до 4 миллионов соответствуют новым сайтам, либо сайтам, не имеющим значительного трафика. Google PageRank – это алгоритм учета внешних ссылок от компании Google. PageRank рассчитывается отдельно для каждой страницы сайта. Каждая страница имеет PageRank от 0 до 10. В чистом виде значение PageRank означает лишь количество внешних ссылок на сайт, а панель инструментов Google, то есть Google Toolbar, преобразует это значение в показатель от 1 до 10. Давайте рассмотрим подробнее, что такое PageRank. Например, при количестве ссылок на страницу от 1 до 10 значение PageRank будет равно 1. При количестве ссылок от 10 до 100 PageRank 2, от 100 до 1000 PageRank 3, от 1000 до 10 тысяч PageRank 4 и так далее. Google PageRank служит для определения релевантности и важности страницы, то есть авторитетности сайта. Чем ближе показатель к 10, тем сайт является более посещаемым и авторитетным. TITS – тематический индекс цитирования. Это аналог Google PageRank, который используется поисковой системой Яндекс. В отличие от PageRank, он рассчитывает авторитетность всего сайта целиком, а не каждой отдельной страницы. Чем больше значение TITS для сайта, тем лучше. Как узнать Alexa Rank, Google PageRank и TITS сайта, на котором мы собираемся размещать нашу новость? Очень просто. Для этого всего лишь необходимо установить соответствующие тулбары, то есть панели инструментов, на свой интернет-браузер. Я сейчас покажу, как это делать. Итак, для того, чтобы узнать Alexa Rank какого-либо сайта, нужно установить Alexa Toolbar на свой компьютер. Для этого мы заходим по адресу alexa.com и переходим в раздел Toolbar. Здесь есть зеленая кнопочка «Install Alexa Toolbar». Нажимаем на эту зеленую кнопочку, соглашаемся с условиями использования и приступаем к установке Alexa Toolbar. Для того, чтобы завершить установку, система просит у нас перезагрузить наш интернет-браузер. В завершении установки система просит нас дать некоторые сведения о себе. И теперь система извещает нас о том, что Alexa Toolbar, то есть панель инструментов Alexa, был успешно установлен. Теперь для того, чтобы определить Alexa Rank любого сайта, нужно в строку браузера ввести имя этого сайта, например, mirknik.com, известный новостной портал. И в панели инструментов Alexa Bars сразу же будет виден рейтинг этого сайта. Как видите, он довольно высокий, 8993 на сегодняшний день. Он может как расти, так и падать, но вот этот значок как раз говорит о том, что рейтинг на данный момент растет. Для того, чтобы установить панель инструментов для определения Google PageRank и TITS сайта, на котором мы собираемся размещать новость, необходимо зайти на сайт pagepromoter.ru. Здесь есть опция установки PagePromoter Bar или Toolbar. Здесь идет краткое описание программы PagePromoter Bar,
что он из себя будет представлять. И здесь нам сразу показывают, как будет выглядеть панель инструментов. На этой панели инструментов мы можем узнать, какой будет TIDS сайта и какой будет PageRank. То есть на одной панели инструментов будут указаны обе эти величины. Нажимаем «Загрузить», «Toolbar Page Promoter», установился у нас на компьютере под тулбаром Alexa. И мы здесь видим, что у нашего сайта mirknik.com Alexa Rank 8993, индекс цитирования 700 и PageRank 5, что является весьма и весьма хорошими показателями для новостного портала.